одразу. Вже раніше ми встали, чим треба. Ну, я знаю, що церква, вона глибоко смотивірована на правильне Божє, в правильному Божьому руслі двигатися і завершати Божью роботу. Давайте скажемо, я вірю. Господь Ісус Христос искупил меня, мою семью и церковь Христову, которой я принадлежу, от проклятия закона. Слово Божье утверждает, что Христос стал проклятием вместо меня на Голгофском кресте, чтобы благословение Авраамова наполнило мою жизнь Духом Святым. И в нем я имею преуспевание, победу, плодовитость, здоровье и нежную отцовскую любовь. И я прошу тебя, Господь, все, кто я есть, и все, что я имею, умножу славу Твою. Во имя Иисуса Христа дружно скажем аминь. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу. Но вы здесь, вы живы. И я здесь, и я живой. Вот, спасибо вам за молитвы. Когда мы приехали в Харьков, знаете, мы еще заехали в районы, где центральные районы, которые мало обстреливаемые, там люди еще ходили. И тут мы заезжаем на северную Салтовку. Не машин, дома разбиты вщент. Особенно меня впечатлило, мы заехали на стоянку, где ну, не просто там стояли, а валялись перевернутые машины от взрыва. Взрывы такие очень глубокие ямы. А вот машины вверх ногами, где-то пол машины нету, одна машина стояла, снаряд видно попал, и часть ее улетела в яму, часть осталась снаружи, колеса, техстанция, заправка, все искалежено, изувечено. Заехали в район, начался обстрел. А вот, и, ну, он был где-то в нескольких километрах от нас, но люди, которые я проповедую в Англии, говорят, идемте в подъезд. Я глянул на тот дом, и я не захотел заходить в подъезд, но я быстро помолился за них, но потом Бог благословил нас, и у нас была возможность встретиться с несколькими десятками людей, знаете, как дети подземелья. Они выходили со всех домов, с подвалов, с подъездов. Вот. И вы знаете, я смотрел на тех людей, они видели нас, мы видели их, и не было печали. Не было печали. Ощущение в Харькове такое, что сейчас все время должно прилететь. Вот знаете, такое состояние. Сирены там включаются, когда уже прилетело. Потому что снаряды их не слышно, как ракеты. Их нельзя обнаружить, расстояние очень короткое. Знаете, я смотрел на это все и понимал, наш дом это Украина, и мы Украина. Давайте скажем, Отец Небесный, мне нужно Твое Слово, я сегодня открыт учиться, готов быть облеченным, исправленным, наставленным в праведности, чтобы быть Твоим Божьим, совершенным человеком, ко всякому доброму делу приготовленным, и жить, достигая людей Евангелием, благодаря Тебе, Иисус. Аминь. Как я себя чувствую? Чувствую я себя героем? Я себя не чувствую вообще никак. Я, знаете, тоже ну, переживаю все эти негативные эмоции, чувства, которые поднимаются внутри. Вот. Но тем не менее, я понимаю, надо это делать. И я вспоминал, как я переживал по поводу того, чтобы проповедовать Евангелие первый раз, когда вышел с Боу-Боу, ну, командой, а вот, которая была переводчица, Настя была. Вот, и Боу-Бон был. И я был уверен, что меня никто на улице, ну, нас слушать никто не будет. К моему удивлению, люди слушали Боу-Бона и с ним молились. Для меня это была такая шоковая терапия. И когда я понимал, что, ну, может быть, не столько понимал, сколько видел, как действует Евангелие. Как оно течет, как оно затрагивает жизни людей. И я сегодня хочу говорить именно об этом, о том, насколько моя жизнь сопричастна, насколько я соединен с Евангелием. Как это для меня определить? Все время смотрю вот на карту нашей страны, уже знаю без всяких начертаний, где находится оккупация, где находятся какие области.
Вот, и взгляд себя прикован к ним. Скажите мне, какая страна сегодня в центре внимания всего мира? Было ли когда-нибудь такое в истории? Смотрите, даже не Израиль. О нем так много говорится. Знаете, тема Израиля, она замуссированная, затертая. И сегодня историческая роль принадлежит церкви. Или новому творению во Христе Иисусе. Я не хочу умалять роль Израиля. У Бога есть свой план для этого народа, и Он свое дело сделает. Но я к этому имею очень маленький. Я даже там никогда не был. Если у меня желание побывать в обетованной земле, если мне проплатят, я поеду. Тут дорого ехать. Ну, это отдельная история. И знаете, вот сегодня никогда такого не было, чтобы Украина была в центре внимания всего мира. И многие политические обозреватели, эксперты, они сегодня говорят, что идет реконструкция мира. Из-за войны в Украине началась перестройка всего мира. Говорят, что лидер Китая встретился с лидером Америки, чтобы реконструировать экономическую картину, политическую картину мира, в котором России больше нет места. Хорошая новость. Мне нравится, что террористов поставят на свое место. Это действительно... Вообще, Комитет госбезопасности, и в свое время я служил в погранвойсках и писали приписку КГБ СССР, но мы были просто войсками, которые охраняли границы нашей страны. Но хочу вам сказать, что Комитет госбезопасности – это хуже любого ИГИЛа. И мы сегодня это видим, мы сегодня понимаем методы и способы. Знаете, конечно же, мое сердце, оно охватывано печалью, когда я вижу все это, слышу, когда я вижу фотографии молодых людей, взрослых, уже мужчин, немолодых, которые отдали свои жизни в этой войне. И я печалюсь на самом деле. Я плачу, когда никто не видит. Я сокрушаюсь об этом. Но в то же время я думаю о том, что же имеет Бог для всего того, что сегодня происходит. Книга Екклезиаст говорит, всему есть время под солнцем. И кто определяет, чему время под солнцем? Знаете, сатане тоже сегодня отдается очень неправильная и, наверное, такая большая роль, которую он отыгрывает. Я хочу вам сказать, он языком не пошевелит, если Бог не позволит. И сделать он ничего более, чем Бог позволит, он не может. Абсолютно не может. Если вы сильно переживаете о том, чтобы сатана вашу жизнь не затронул, исполните Писание. Кто любит ближнего, тот исполнил всю Тору. И он юридически абсолютно защищен от сатаны. Полностью. Кто любит ближнего, сатана его не коснется никак. А если коснется, ответит. Поэтому по поводу него, что там переживать? Не об этом надо переживать. Ему это приписывают, он нам когда атаковал, он так напал. Люби ближнего, дорогой. Наверное, вот эта вот позиция праведности, позиция абсолютного покровительства под абсолютной линией власти Бога. И поверьте, он не отдаст и не подведет, и будет рядом, и поддержит, и даст пройти, если постигло искушение, то вы сможете его перенести. Если постигло вас давление, атака, вы сможете его пройти. Продолжайте иметь святость и мир со всеми, и будете видеть всегда рядом Господа. Итак, мои дорогие, сегодня Украина стала таким центром столкновения. И хочу вам сказать, что всегда вот такие трудные времена, они рождали великие и удивительные и рождались великие удивительные личности, поднималась церковь в трудное время.
Поэтому я думаю, что это время не стенаний, плача и скорби, это время подъема. Но оно не происходит автоматически, само собой. Когда Бог тебя просто поднимает, это время, когда мы делаем свой выбор. Когда мы действительно начинаем понимать, что другого времени такого не будет. Это время скоротечное. И те, кого Бог поднимут, они поднимутся. И они пойдут в новом уровне. Но те люди, которые сейчас пропустят это время в разным причинам. Но основная причина — это эгоизм, самозацикленность, самовлюбленность, забота о самом себе. Такое время — это не время подъема. Это время нисхождения. Помните, когда о Христе Симеон сказал, когда Мария держала его на руках, принесла на восьмой день обрезать, он говорит, этот лежит на то, чтобы поднялись многие и не спали многие. Это время, когда Христос пришел, это было критическим временем, когда одни люди поднимались в Божьем плане, другие опускались. Еще раз хочу сказать, Божий план — это не экономическая программа человеческая. Апостол Павел говорит, великий человек, мы ничего не имеем. То есть, с точки зрения людей, которые имели какое-то имущество, апостол Павел был бедный человек. Но никто не мог сказать, мы всем обладаем. Франциск Ассизский, помните эту историю? Встречаясь с папой, там, какой там папа Пи, или Мий, или Шмий, этот масончик. А вот, они все масоны. Папа ему показывает, говорит, посмотри, какие купола, какие здания, какие богатства у церкви. Петр тогда, помнишь, сказал, серебра и золота у меня нет. А Франциск Ассизский с печалью посмотрел на папу, он сказал, да, но сегодня церковь не может сказать парализованному стань ходи. Мы, наверное, замечаем, что в Божьем плане его движения и его действия, они другие. И то, что сегодня допущено в нашей стране, допущено с определенной целью. И это время испытаний, падений и подъема. И можно проигнорировать, знаете, вот, но я хочу вам сказать, да все мы говорим, когда же это закончится? Когда это закончится, мы увидим, в каком мы состоянии. Я хочу вам сказать, даже когда закончится война, посмотрите на себя в то место, где закончилась война. Закончатся ли вызовы? Закончатся ли испытания? Станете ли вы счастливыми? Ну вот, День Победы, мы его отпраздновали. У меня всегда вопрос, что дальше? Знает ли Бог, когда закончится война? Знаю, и мы с вами знаем. Когда я смотрю на столкновение, которое сегодня происходит в нашей стране, есть только понятие стратегия. Стратегия, она закладывается в самом начале всех событий. Я хочу вам сказать, что нашему правительству, нашему военному руководству удалось заложить стратегическую программу при поддержке Запада. Это стратегическая программа, это планомерное шествие к победе. Сегодня Россия имеет тактический успех. Она завоевывает определенные населенные пункты, они продвигаются где-то на километр, на 100 метров, потом отступают, то есть идет, фронт-то остановился уже, он не движен. Но идет планомерное перемалывание российской армии, украинской армии. Видите, что наша армия не идет в наступление. Потому что наступление — это всегда большие потери. И потери очень большого ресурса. И поэтому в обороне сегодня перемалывается противник. Сегодня уничтожаются их базы. Сегодня уничтожаются скопления войск, скопления горюче-смазочных материалов, скопления артиллерийских снарядов, всех этих боеприпасов. Сегодня они ничего не могут сделать. И они, знаете, как волы идут на убой. Просто идут как вол на убой. Сегодня военные специалисты говорят, не важно, сколько людей воюют с какой стороны. Важно, какое оружие находится у противоборствующих государств. Мы сегодня пользуемся
на несколько поколений оружием выше, чем они. Стратегически мы уже победили, стратегически они уже проиграли. Фактически это произойдет во времени очень скоро. Россия уже не может выиграть. Она не может даже применить ядерное оружие, химическое оружие. Они вообще ничего не могут. Они, как вот это, знаете, бандиты из подворотни сегодня пугают весь мир, уже никто на это не обращает внимания. Их планомерно кончают, их экономику, их военную мощь. И сегодня это делает наша украинская армия, наш украинский народ. Смотрите, руководство заложило правильную программу с правильным видением, с правильным акцентом. И сегодня они могут иметь какой-то где-то успех. Где-то прорыв, где-то победа, где-то успех. Но фактически они уже проиграли. А теперь давайте посмотрим на Иисуса Христа, который имел стратегию для церкви. Он заложил эту стратегию в саму церковь. И в книге Откровения он сказал: побеждающему дам право сесть со мною на престоле, как я победил. Когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, она очень странная. Она вообще заканчивается очень трагически с точки зрения человека. Потому что в человеческом плане понятие воскресения, оно абсолютно не имеет никакого значения. И знаете, мы с вами ведь не воскресали, на небеса не всходили. Иногда мы начинаем терять фокус. Но Христос заложил стратегию церкви, чтобы она стала церковью-победительницей, которая взойдет в триумфе в небеса. Апостол Павел говорит: мы всегда торжествуем в Иисусе Христе. Но он начинает это на земле. И Бог благоухание, познание о нем нами распространяет во всяком месте. Ты спросишь меня, как себя соединить со стратегической программой Бога? Где эта стратегия Бога? Ибо слово о кресте для погибающих. Это какая-то, знаете, раздражающая глупость, юродство, извращение ихнего ума. А для нас спасаем сила Божья. Что такое слово о кресте? Напоминаю вам, братья Евангелие, которое благовествовал, которое вы приняли, которым вы спасаетесь, которым утвердились. Если только принятое мною используйте так, как я благовествовал вам. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен по Писанию, воскрес третий день по Писанию, явился 500 братьям в разных местах одновременно. Стратегия Бога. Стратегия полной победы. Знаете, мы иногда очень сильно придаем значение тактическим проигрышам нашей жизни. Как я мог так сказать? О, если бы это сложилось не так, а вот так. О, если бы эти люди были со мной. О, если бы я был в другой церкви, не знаю, что я тут делал в этой церкви. Если бы у меня было больше денег. Нельзя считать того, чего нет. Это все самообман. Я понял одну вещь. Исаия 53 глава, мы смотрим на страдания Христа. Что там написано в конце? На подвиг души своей он будет смотреть с довольством и узрит потомство долговечное. Где стратегия Иисуса Христа? В достижении людей. Посвятить свою жизнь достижению людей. Может быть, я не очень хороший пастор, который заставлял вас пройти школу Ишел. Потом сказал, что все лидеры обязаны выходить на улицу проповедовать. Церковь переполонилась, но у нас появились великие лидеры, которые помогли другим уйти из церкви. Вы остались. И я благодарю Бога, что вы остались. Я пережил много бунтов, и в том есть тот же замысел Бога. Это были мои тактические поражения.
Может быть, вы как-то соединили тоже с этим, и тоже сопереживали. Но продолжали за меня молиться, хорош я был или плох, и поддерживать меня. Где же стратегия Бога? Апостол Павел говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. В нем открывается праведная победоносная позиция каждого верующего. От веры в веру. Как написано, праведный мой верою жив будет. Но я думаю, что вы уже догадались, что стратегия Бога, его главное желание сосредоточено на том, чтобы церковь достигала людей. И сегодня Бог создал предпосылки, очень благоприятные в достижении людей. Да, вы можете сказать, где эти люди, яким мы благовествовали? Где эти люди? У меня тоже на школу пришли женщины, красивые, прекрасные, хорошие. А это самое, после они уроков сказали, где наши подарки? Но они не так сказали, но они намекнули. Знаете, помните этот фильм? Кот Базилио, лиса Алиса с пилой, Барабас запутался вокруг дерева, а они, он взял бороду и говорит, берите. Они говорят, ну как же, плачу наличными. Отлично. Где наши наличные? Мы пришли к тебе на урок. Где пайки? Я-то понял, мне стало не совсем. Я говорю, вы знаете, старайтесь не пищи тленной. А пищи нетленной, пребывающей в жизнь вечную. Они ушли. Может, они придут. В прошлый четверг здесь было больше 100 человек. Слушайте, иногда вы скажете, а где же эти люди, где им успех? Апостол Павел интересную мысль говорит. Это удивительный человек, который сильно не переймався, де ці люди. Ви в курсі діла? А він говорить, я став всім для всіх. Повне посвящення. Ну в церковь приходять єдиниці. Бог взагалі не смотрить, скільки людей ви привели в церкві. Бог смотрить, якщо працює ли його стратегічна програма в твоїй житті. Устремлен ли ты достигать людей? Это стратегия. В конечном итоге произойдет полная победа над всем тем, что делает мир, над всем тем, что имеет дьявол или не имеет. Ты становишься триумфатором, который проповедует Евангелие. Я в Харькове как завелся, потому что братья меня все время с утра выставляли везде проповедовать. Там тоже пришли утром люди за пайками, пастырь проповедует, я проповедовал. Потом мы поехали. Куда мы поехали потом? В селе там были разные люди. Одни нам были рады, а другие возмущались, что им ничего не привозят. И требовали от нас с таким требованием, а сколько вы подарков привезли? Один парень говорит, вы сколько привезли? А я не помню сколько. Я помню, что в машине лежит. Я даже не знал, хватит ли всем. И молчу. Сколько вы привезли подарков в этих пайков? Я на него смотрю. И мне сейчас проповедуют, люди собрались, тоже на меня смотрят. Но что ты молчишь? 30 вы привезли, а 31 пошел отсюда вон. Я развернулся и начал проповедовать. Что я мог сказать? После проповеди, раздачи, люди нас обнимали, люди нас целовали. Я не знаю, кто из них что услышал. Но я четко изложил евангельскую весть. Я четко понимаю, что Христос настолько ценный, что его жизнь стала платой за грешников, всех грешников, живущих когда-либо на этой земле, до него, в его время и после него. И срока давности нет. Потом мы посещали семью одну, Виталика сослуживца, там проповедовали. Потом мы посетили Русланова сослуживца, там проповедовали. Потом мы посетили Чугуев, которые равняют землей.
Там проповедовали, потом посетили женщину, и к нам подходили люди, я уже везде проповедовал, уже встречал людей, просто их проповедовал, уже не мог остановиться. Я особо не люблю проповедовать на улицах. Но оно действует в тебе. Оно тебя затягивает, оно тебя включает. Странное состояние, ты переключаешься с какой-то земной линии, с земного измерения в небесное измерение. Ты скажешь, конечно, ты пастор, ты проповедуешь, тебе везде зеленый свет. У нас у всех зеленый свет, который Господь включил уже давно. И нам надо действительно понять стратегию Бога. И самого себя спросить, насколько я сегодня соединен с Евангелием. Вы посмотрите, что творится в стране. Так это же возможность, мои дорогие. Почему мы должны это ставить как препятствие? Это моя возможность сегодня прорваться с того места, где я есть, ближе к Богу, в другую сферу, в новый уровень жизни. Это не означает деньги, одежда, пища. Бог позаботится о своих планах. Бог позаботится. Всякий воин, который находится у него на службе, на его обеспечении. 2 Тимофея 2:2. И так далее, и там дальше. Он знает, как позаботиться. Он знает, как сохранить. Он знает, как продлить жизнь. Он знает, где ты закончишь свою жизнь. И это будет не завершение жизни, это будет новый этап. Неужели воскресение это не новый этап? Но мы столько обременены, отягощены своими заботами, своими детьми, внуками, своим домом, своим имуществом. Слушайте, Бог нам это вернул. Когда мы с женой уезжали, тогда, в середине марта, мы вышли, посмотрели на дом. И я не рассчитывал вернуться уже в него. И все было очень реально. Но Бог сохранил этот город. Да, у него есть какие-то неадекватные шаги, которые он тебе говорит, которые ты должен сделать. Но хочу вам сказать, если ваша жизнь, ваши молитвы, ваше изучение слова, и вы богослов, и у вас много степеней, и вы еще, и вы в своем, вы как бы ищете, а как же помолиться так, чтобы деньги залетели в форточку. Да есть такие люди. Или как помолиться так, чтобы найти чужой кошелек. Полный денег, без документов, чтобы не отдавать. Чтобы не выбрасывать документы, совесть не мучила. Я на ходу импровизирую. Слушайте, а как жить так, чтобы вообще не бояться жить? А как жить так, чтобы знать, что Бог ответит и поддержит? А если не так, то все равно Он поддержит. Я думаю, что Сидрах, Месах и Авдинага, они находились в таком состоянии к моменту, когда попали к печи, что они вообще по этому поводу не переживали. Реальность земной жизни была стерта. Они находились в реальности Бога. Но это не происходит автоматически. Это происходит в рутине жизни, в заботе о других людях, в молитвах, в пятницу вечером, в молитвах дома, в молитвах о других людях, в молитвах о том, как их достигать. Но ты должен понять, что Евангелие ко спасению для тебя. Это сила Божья. Многие говорят, я хочу иметь силу Божью. Ведь Царство Божье не в слове, а в силе. Я хочу эту силу иметь, чтобы помолиться, чтобы исцеления были, слепые прозревали, мертвые воскресали. Вот хочу, и вот я молюсь, Господь, дай мне дух откровения, к премудрости, к познанию Тебя, просвети глаза моего сердца, чтобы я знал, как поднять бабло, чтобы стать богатым и счастливым, ни за что, ни за что, ни за что, мне не было ничего за это. И какая надежда моего призвания, как заботиться о себе только, вот мое призвание такое, вот такое. И как сила, чтобы у меня была, вот сила, чтобы у меня была, как у мунтяна была. Он качнул церковь. Сегодня сидит в этом, в Таиланде. Он такой жирный, толстый, такой счастливый.
И всем говорит, бабла присылайте, мне тут мало, у меня плохая лодка. У меня только 2 джипа. Откуда это все берется? Как пастор Сандей извратился? Откуда это все берется? Мои дорогие, потому что теряем стратегию. Не хочу учиться, хочу жениться. Что еще можно? И хочу вам сказать, и жену тебе дай, и машину тебе дай, и дом тебе дай. Но если ты лопоухий, ты все прохлопаешь. Ты не понял ничего. Это счастье иметь семью. Это счастье иметь жену, мудрую жену от Господа. Это счастье иметь детей. Это счастье. Это счастье трудиться и пользоваться делами рук твоих. Это счастье насыщаться в жизни. Да, 100%. Но если ты потерял стратегию, ты потерял все. Ты просто в тактических движениях. И ты понимаешь, что Бог тобой не особо восторжен. И скорее всего на твои молитвы Он будет отвечать иногда. Братья и сестры, вы посмотрите. Я не то, что вас надо мотивировать, вы смотивированы 100%. Все, о чем мы молимся, мы получаем. Все, о чем мы молимся, мы получаем. Знаете почему? Потому что мы церковь, которая не потеряла стратегии Христа. Мы достигаем людей. Много нас будет, тысячная церковь, десятитысячная, или у нас здесь будет 100 человек, при наличии стратегии мы не теряем ничего вообще. Мы только побеждаем, мы только приобретаем. И самое интересное, что мы начинаем знать, кто такой Бог. Потому что Он с нами рядом. Христос там, где достигают людей. Любыми способами. И сегодня Бог ставит ставку на украинскую церковь. Вот Украина, это твой шанс подняться. 100-летнее рабство. Москальское, там какое еще, татаро-монгольское, как его еще там назвать, как угодно. Твой шанс подняться, стать страной, которая будет распространять мою стратегию по всему лицу земли. Страной, в которой я начну пробуждение и через которую я начну пробуждение. Вот что я сегодня вижу в этой войне. И нам сегодня надо не прохлопать это время. Нам надо его сегодня не потерять. С чего все начинается? Господь, где мое место в своем стратегическом плане? С чего начинается евангелизация? Молитва, как нас учил нас учитель, наставник. Еще раз молитва, еще раз молитва. Послушайте, можно молиться о евангелистах, посвящать этому время, о миссионерах. Можно молиться о церкви, молиться о служителях. Я хочу сказать, этого достаточно, потому что тебе некогда делать занят быть другим делом. Тебе некогда ходить по улице, потому что ты посвящен молитве. Есть люди, которые боятся ходить на улице, потому что это не их дар, не их призвание. Их призвание молиться, и вот молиться они не боятся и умеют. Вы согласны со мной? Кому-то надо ехать, и кто-то поедет, и кто-то сделает. Кому-то надо будет выложить круглую сумму для нашей церкви, чтобы мы могли топливо купить, чтобы мы могли получить эти пайки. Но надо за это все молиться. Я хочу вам сказать, те, кто молится в этой церкви, выполняют невероятную работу. Большое дело. Я хочу вам сказать, даже когда вы молитесь за то, чтобы достигались люди, вы сами не будете замечать того, как вы будете затрагивать жизни людей, свидетельствовать им о Христе. У вас это будет происходить автоматически. Не надо будет надуваться, не надо будет напыщиваться, просто это будете делать. Ваша жизнь будет пропитана вот этой силой Божьей. Потому что Евангелие и есть
сила Божья в действии. Все, что посвящено Евангелию, все, что посвящено достижению людей, через любые методы Бог даст все ресурсы. Бог все усмотрит. Знаете, я так переживал, когда нам первый раз выставили 180 тысяч штрафа за счетчик. Сейчас нам выставили 2 миллиона. Потом они сами у себя подумали, нам выставили... Сколько нам сейчас выставили штраф? 200 тысяч, да? Я вообще не переживаю. Потому что это не моя церковь, потому что я не грешник, и потому что Бог позаботится о своей церкви. Пойду в контору, встречусь, буду говорить, но я не буду их умолять, я не буду их упрашивать, я буду спокойно, я не буду им угрожать. Прокляну, сын мой, да? Не буду этого делать, это не работает. Я спокойно буду говорить. Мы что вам, кабак? Я не буду им объяснять, что мы делаем, если они не будут спрашивать. Сколько людей мы кормим? Кого мы поддерживаем? Я знаю, я туда иду, я в правильном положении перед Богом. И Бог усмотрит, чему быть. Если заплатить, даст деньги. И если захочет, аннулирует. Кому захочет дать жизнь, кому надо, того умертвит. Он сам разберется. А я спокойный сейчас, я спокойно сплю. Я знаю, что задел в моей жизни на сегодня правильный, но завтра надо делать новый задел. Завтра надо смотреть в будущее, надо смотреть стратегию Христа и продолжать достигать людей. Я восхищаюсь, когда я вижу людей, вот наших братьев, которые вышли вчера, готовили эту еду, выставили ее. Те, кто пришли, раздавали ее, проповедовали Христа. Валера очень просто проповедует, говорит, не ругайтесь и не матюкайтесь. Что происходит? Мы выравниваемся в стратегическом замысле Бога. Мы становимся этой ракетой, устремленной в небеса. Хочу вам сказать, когда вы посвящены этому делу Бога, вы не заметите, когда вы станете на облаках, на встретении с Ним, вы не будете задаваться вопросом, теряется спасение или нет. Я вообще об этом не думаю. Я хочу предстать пред Ним в достойном звании. Я хочу занять то место, которое Он мне приготовил. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, мой Иисус Христос, которому я посвящен, и посвящен Его делу, приготовил мне место, паспорт, прописку и погоны. И когда я туда войду, я не буду обременен этим физическим телом. Я стану подобным Ему. Послушайте, как и все вы. Вот куда надо смотреть. Но для того, чтобы там быть, надо думать о том, как быть посвященным стратегии. Если вы посвящены стратегическому плану, все ваши согрешения, в конечном итоге, вы с ними разберетесь. И Бог аннулирует их недействие. Потому что Он видит, кто вы и куда вы идете. Да, не надо терять из фокуса, особенно отношение к людям. Не надо терять из фокуса, что вы чья-то жена, или вы чей-то муж. И в то же время вы отец, и в то же время вы служитель. Бог и это все благословит. Не надо, знаете, когда люди служением прикрываются от своих семейных обязанностей и ответственностей. Я думаю, что это все маразм, который Бог тоже на чем поставит точку. Не служение самое главное, что думает по поводу вашего служения Богу. Понимаете? Поэтому, заканчивая сегодняшнюю проповедь, я хочу вам сказать, что мы с вами делаем правильное дело, у нас с вами сегодня получается, я хочу вам сказать, что к концу этой войны мы должны набрать обороты. А после войны еще будет очень много работы. Страна будет разрушена, страна будет нуждаться в восстановлении. И поверьте, люди будут в нужде. А нужда человека, это не какие-то, знаете, мои меркантильные такие интересы. Нужда человека – это возможность. Я всегда это знал.
Я на это смотрю так. Нужда человека – это возможность преподать ему Евангелие. Рассказать ему о Боге. В одном месте, когда я проповедовал, говорю, людям надо рыба для того, чтобы покушать. А мы им даем удочку и рассказываем, как ей пользоваться. И все будет работать. Я хочу вам сказать, может быть, эта церковь вырастет, а может и нет. Может, Бог захочет оставить вот это боевое подразделение в таком составе. И будут раздавать людей в другие церкви. Хай они с ними возятся. А мы будем с вами расти. И будем продолжать проповедовать Евангелие. Может, мы вырастем. Может и так. Я не знаю. Но я знаю, что всем, кому мы благовествовали, мы дали возможность, и Бог зацепляет этих людей. Бог начинает в них процессы. Бог работает с их сердцами. И я думаю, что быть посвященным этому, всегда быть наполненным жизнью, всегда быть наполненным здоровьем, силою. Критическое время помогло Аврааму перейти на новый уровень. Бытие 22 глава. Критическое время родило, дало Израилю Моисея. И планы Моисея от бунта перешли к тому, что он следовал тому, что Бог ему говорил. И то, что Бог сделал через Моисея в Египте, хочу вам сказать, такого в истории вообще не было. Там была огромная армия. Там была невероятная культная система. Там волхвы эти могли, не знаю, что они там могли делать. Но они делали что-то, чудеса. Там все было заточено на то, чтобы использовать рабский труд израильтян. Сотнями лет использовали. И то, что там произошло, сейчас до меня доходит, это просто что-то. А то, что Иисус Навин знал народы с обетованной земли, это вообще что-то. Это не вмещается в голову. Гедеон, Барак, Самсон, Ефай, Самуил. Вот время, в которое рождаться будут такие люди. Время, в которое будут рождаться такие церкви. Сейчас это время. Я смотрю на наших братьев-баптистов. Красавцы! Там толпы народа. Люди нуждой привлечены, они им Евангелие. Я доволен, я счастлив. О, это баптисты, они наших людей принимают. В небесах мы все будем одно. Да. Какая разница? Я радуюсь каждой церкви, которая проповедует. И меня печалит, когда я вижу, что служителя в онлайн рассказывают, что делать сегодня на Украине. Откуда американские пастора знают, что сегодня делать на Украине? Эксперты. Они же под бомбежками были. У них дома развалены. У них родственники. 10 миллионов людей сегодня сдвинулись с места. Даже больше нашей страны. Послушайте, лучше нас никто не знает. И больше нам Бог, чем кому-то, не даст. Он нам даст все. Он нас поднимет. Наше время. Кто-то хочет оплакивать все, свои раны, свои потери. Я не знаю, у кого какие потери, у кого какие душевные состояния. Пожалуйста, можете это делать. Вам никакая консультация не поможет. И Мунтян вам не поможет. И Кеннет Копленд вам не поможет. Но если вы заточены на план Божий, вам поможет сам Господь. И сохранит, и благословит, и потери не будет, и расхищений не будет. Еще раз хочу сказать, этот город сохранен исключительно Богом. И под его влиянием, с очень небольшими силами, насколько я сегодня знаю, был разбит вообще танковый полк. Бог знает, как защитить, как поднять, как благословить. Сегодня, я думаю, вы не пугаетесь, когда сирены. Сирены сегодня нас больше раздражают, да? Хочу вам сказать, а есть где просто их даже не включают. Потому что обстрел не останавливается. И просто не включают. Когда мы в Чугуев приехали, говорим, как у вас тут? Ну, говорит, ну что, каждый день, все день и ночь обстреливают. Одна женщина говорит, давайте не будем об этом говорить, а то сейчас как начнется. Не надо говорить. Знаете, в ее представлении этот мир, он такой шаткий. Но он действительно шаткий. Я
хочу вам сказать, боитесь, переживайте, идите вперед. Не останавливайтесь. Задавайте Богу правильные вопросы. Он покажет ваше место в его стратегическом плане. И поверьте, вы не останетесь человеком без прибытка и плода, который прославляет Отца нашего Небесного. А Бог никогда должником не будет. Він воздаест рыцарей. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за моих братьев и сестер. Я благодарю Тебя, что многие из них имеют четкую мотивацию, четкое понимание того, что сегодня делать. Я молюсь, Господь, чтобы этим видением была захвачена вся церковь, она была воодушевлена, она была подкреплена Твоим Духом, и чтобы мы на самом деле переживали и силу, в том числе Твоего воскресения, могущество Твоего действия через нас, простых людей, в это очень сложное для нас время. Но такое важное. Я молюсь, чтобы мы смотрели на эту войну не как на драму, не как на трагедию, не как на горе, но мы смотрели на эту войну как на новую возможность, которую ты нам предоставляешь, чтобы изменить эту страну, изменить нашу нацию, изменить весь мир. Потому что ты нас посылаешь до края земли. Тебе хвала и слава, тебе благодарение, тебе честь во имя Иисуса Христа. Аминь.